В Ивановском зоопарке новые обитатели. В конце прошлой недели из Ярославского зоосада приехали 3 самки северных оленей и 2 пары птиц – лебеди-шипуны и черные лебеди. Пока животные находятся в карантине. У нас лебеди-шипуны есть. Это мы привезли для дальнейшего пополнения поголовья. Черные лебеди у нас тоже были, но поскольку птицы были старые, они у нас погибли, поэтому мы завезли свежую кровь. Надеемся, что все-таки у нас эти животные будут размножаться. Шипуны родились в нашем регионе в 2011 году у пары птиц, которая жила в районе театрального моста на Уводе. Сотрудники зоопарка доращивали птенцов в более безопасных условиях неволи, а после передали в Ярославский зоосад. Несколько лет спустя пару решено было снова привезти в Иваново. Черные лебеди еще совсем молодые. Обе птицы вылупились только в этом году. Сотрудники секции орнитологии уверены, новоселы прекрасно приживутся. Они вообще рождены в разных климатических условиях. То есть черные лебеди – это птицы, в принципе, теплолюбивые австралийцы. Но за много лет содержания среди людей и распространения их по всему земному шару, они уже немножко акклиматизировались и для наших суровых условий. Вот единственное, что черные лебеди просто не могут переносить настолько суровую зиму, как белые. Соответственно, когда будет зимой похолоднее, немножко, мы их будем заносить в теплое помещение. Пожалуй, самые сказочные животные северные олени тоже чувствуют себя на новом месте прекрасно. Переезд никак не сказался ни на их здоровье, ни на аппетите. В зоопарке уже есть пара оленей – семилетки Енисей и Лена. 3 молодые самки, по словам сотрудников, должны освежить отношения пары, и, возможно, у животных появится потомство. Пока имена новоселам не придумали, переезд в более просторный вольер запланирован на февраль-март. Там нужно... Как переведем, нужно следить постоянно, как они будут, как воспримут их. Самец должен принять-то их хорошо, в принципе. А самка, вот за ней нужно будет смотреть, как она, может быть, с агрессией их примет. В новогодние каникулы ивановцы смогут познакомиться с новыми обитателями зоопарка поближе. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.